Иосифа Гринберга мы встретили по пути к месту его работы. На следующий год телестудия «Развилка ТВ» будет отмечать свое 25-летие. И сегодня мы в гостях у телестудии «ТВ Развилка». Бессменный руководитель ее Иосиф Гринберг. Иосиф, ну, как я уже сказала, 25 лет скоро будет. Ждем. Да. Вот, за это время много сделано. Но есть и победы. Какие? Ну, последняя победа самая лучшая. Буквально вот в пятницу на закрытие нашей организации вручили Братину. Это большая гордость, большое счастье. Братина в номинации «Милосердие». Мы там завоевали первое место среди 18 претендентов. Коллектив развилковского телевидения небольшой. Телеканал вещает в круглосуточном режиме. Руководитель Иосиф Гринберг – постоянный участник различных телевизионных конкурсов. Я очень горжусь вот этим дипломом, который я получил от Союза журналистов Подмосковья. Диплом ежегодной региональной общественной премии в области средств массовой информации имени Мельникова в номинации «Развитие средств массовой информации». Иосиф – активный, неравнодушный человек. Все, что происходит в поселке, в районе, ему интересно и не безразлично. Для меня вот этот очень значимый. Я участвовал в фестивале «Антитеррор», стал номинантом. Вот здесь у меня очень значимое для меня свидетельство о том, что я получил от Братины за большой вклад в развитие фестивального движения и верность идеалам телевизионного братства. Победа этого года «Братина-2015» была одержана в номинации «Милосердие». Сюжет родился сам собой. Я узнал, что жители 29-го дома нашего поселка собирают что-то для дворника. Потом я встретился с женщинами, мы договорились, на какой час они собираются, и, как говорится, мы подошли к этому времени. А что было дальше, это уж наша, как говорится, лаборатория.